Ну, во-первых, евреев вообще много, просто они прячутся под разными фамилиями. Понимаете? Я, например, вот «Комсомольскую правду», когда меня взяли сначала, тогда жуткий был антисемитизм. И дай бог ему здоровья, он еще жив. Панкин, Борис Панкин. Он всегда говорил, вот мы взяли Краснянского, чтобы не говорили, что у нас нет евреев. А там были евреи свои, но вот взяли еще одного взяли, молодой, вот. Но пришел Панкин, ушел, пришел новый редактор, главный редактор, он уже в могиле, не будем говорить, вот. Первое, что он сделал, он уволил меня, понимаете, вот и все, вот, понимаете, так что, а, ну, понимаете, среди олигархов Потанина же не обвинишь, Дерибаску не обвинишь, да, что он каким-то замешан на какой-то крови. Значит, просто бывают и умные бизнесмены среди неевреев тоже. Так что вы не знаете, Катерина, я бы...